Гражданин России арестован в Таиланде по запросу Соединенных Штатов. Дмитрий Украинский, так зовут россиянина, по утверждению Федерального бюро расследований, причастен к хищению почти 30 миллионов долларов с кредитных карт американцев. Как рассказали агентству РИА Новости, источники, близкие к семье, на деле Дмитрий занимался недвижимостью, помогал покупать квартиры в Таиланде, в том числе гражданам США. Свою вину он отрицает. Задержание произошло, по сути, тайно, отметили в российском МИДе. До настоящего момента каких-либо официальных уведомлений с разъяснением оснований для ареста российского гражданина ни от таиландской, ни от американской стороны к нам не поступало. Посольство России в Бангкоке находится в постоянном контакте с местной стороной. Также было направлено в МИД Таиланда нота с заявлением о недопустимости экстрадиции российского гражданина в США. Сотрудники российской дипмиссии, российские дипломаты находятся также в постоянном контакте с задержанным россиянином. К усилиям дипломатов по защите прав соотечественника подключилась Генеральная прокуратура. Этот случай не первый, когда американские законы применяются экстерриториально, то есть за пределами штатов. Именно в Таиланде и также по запросу американских властей был задержан в 2008 году россиянин Виктор Бут. Его обвинили в торговле оружием и заключили в тюрьму в Америке на 25 лет. Подобная практика неприемлема, подчеркивают в нашем МИДе.